Мы, конечно, поздравляем вас с победой, Максим, и, если можно, комментарий для начала по матчу. В принципе, понимали, что будет нелегкая игра. Хорошо сыграли, хорошо выполнили задание, забили свои голы. И самое главное, что не было какого-то недостроя, которым мы иногда страдаем с не самыми сильными командами. И это хорошо, что мы делаем прогресс в эту сторону, что больше не наступаем на эти же грабли. В последних матчах, если говорить о вашей игре, выглядите все увереннее. Откуда такая прыть в последних играх? Находите свою игру? Ну, можно сказать, да. Лучше себя чувствую просто в физическом плане. И как-то, не знаю, не могу сказать прям, что просто через работу как-то приходит, где-то просто не получалось. В момент начинаешь расстраиваться, когда потом немножко как-то забиваешь, вроде как. Начинаешь просто играть и больше получается начинать. У вас шайба в меньшинстве стала победной, там на паузе так убирали, все как задумано получилось. Ну да, не сошла, так задумано. Так получилось, ну что защитник там немножко потерял. Я понимал, что ну, просто на переходе вратаря, на передвижении между нами. 18 матчей вы не забрасывали, так на серии на вас серьезно вообще давило? Ну, сильно давило? Ну, конечно, да, нападающий всегда, да, поэтому я говорю, это было как бы причиной того, что как бы не получалось. Сейчас говорю, где-то просто пытался как отпустить немножко ситуацию, все, просто играть. Появление молодого Кузьмина такое ощущение просто оживило ваше звено, это так? Да я бы не сказал, у нас, в принципе, со всеми, с любым партнером хорошо играть, поэтому дело, я не думаю, что, как бы, я говорю, мне, в принципе, с любым партнером играть.